Бермудский треугольник на Разумовской. Очередное в этом году дорожное транспортное происшествие на перекрестке возле центрального автовокзала. По дороге в школу мальчик и девочка пострадали в результате ДТП, которое произошло утром 5 февраля на пересечении улиц Мясоедовской и Разумовской. 20-летний водитель Тойоты, который находился по предварительной информации в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал красный свет, в результате чего столкнулся с микроавтобусом Ford. Легковой автомобиль после жесткой встречи не остановился, а по инерции продолжил свое движение. Сбил двух школьников и затормозил уже за пределами проезжей части. Брат и сестру сразу госпитализировали. Оба ребенка получили много травм. По данным интернет-СМИ, у мальчика многочисленные переломы, а девочка в тяжелом состоянии. У нее обнаружена черепно-мозговая травма. Водитель задержан и может сесть в тюрьму. За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські розпочали провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Особу затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії. Известно, что пострадавшие дети из неполной семьи, мать воспитывает их самостоятельно. Напомню, в начале года почти на том же месте произошла авария, которая привела к гибели двух мужчин.